Всем привет, снова забираюсь в темноту, будем искать из него выход, из нее, из темноты. Пока все хорошо. Это что было? Ты куда? Странный камень упал. Я им что-нибудь могу сделать, нет? Да, могу, смотри. Надо... Просто быстрее надо двигаться по нему. Вот для чего этот камушек нужен. Он поможет нам. Светящийся камень. Хорошее дело. И не намазано ничем. Придется медленно продвигаться. О, еще один. Вау. Вот здесь придется затыкать вот эту дырку. Ого. А как я должен это сделать? Изгорел сразу. Охренеть. Ну-ка, давай с разбегу попробуем эту всю штуку забубенить. Перепрыгнет, нет? Не, не может. Так. Ну, здесь понятно. Прыгаем вот сюда. Оп. Огонек, огонек, огонек. Опа. Класс. Так, а там, наверное, внизу что? Тоже какой-то проход. Может, это секретная комната какая-то? Там была. Так. Воу. Пила фигачит. Так, а для чего вот это? А, вон, смотри, 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 у нас есть шанс. Нужно идти вперед. Вот, давай вот сюда вот ее зафигачим и пошли вперед. Быстрее, 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 чтобы не отстать. Ого, пилочка. Оп. Ну вот, кнопочка есть. И сейчас еще тут поставит вот эту кнопочку, нажмет. Интересно. Хм. Не очень какой-то сложный уровень. А тут как? Ха-ха, нифига так. Бэм-бэм-бэм. И вновь наш друг с нами. Так, ну и что нам с ним делать? Эх, я тут не подпрыгну. Нужно как-то нажать на кнопку. А как я это сделаю? Так, вот так вот. Очень все просто. Оп. С разбегу не нажать. Нажать. Смотри-ка. Идет с нами. Вот так вот пойдем. Я думаю, будем правильно идти, да? Если мы пойдем вот так. Можно собрать метеорит, но как-то я очкую. Мало ли что может случиться, да? Если я пойду сейчас туда. Хотя, по идее, это правильный ход. Собирать их все. Но мы не торопимся. Черт. А как дальше-то? Как скверно, как скверно, как скверно. Похоже, неприятности случились. Неожиданно для нас, неожиданно для нас. Все, похоже, придется сначала. Так, ладно, давайте еще раз попробуем это сделать. Раз это так надо нам. Во. Отлично. Успеваем собирать. Не, я так задержусь тут на хрен знает сколько времени. Так что будем действовать последовательно и постепенно. Тут надо как-то перепрыгивать правильно. Может быть, надо как-то было выше, что ли, ее. Оп. Видишь, вот тут вот очень уж как-то скверно все. Вау. Так. Кстати, а это надо с собой брать, нет? Может быть, надо было с собой взять вот это? Смотри-ка. А, его сюда нельзя поставить, кстати. Проблема.
Проблема. А что такое-то? Почему? Во, все. Нет, а я не выкинул его. А как мне его выкинуть? Кто знает, как его выкинуть? Черт, ничего не сделаешь. А, во как. Все очень просто. Вот еще один камень. Так, ну давай сгоняем туда. Для начала. Соберем метеоритики. Ух. Вжих, вжих, вжих. 5 минут, 26 секунд. Так, ну и что нужно тут сделать? Нифига себе, и как? Я вообще офигеваю. Так. Вау! Перепрыгнул! А тут! А тут! Жутко. Жутковато. Чуть-чуть жутковато. Зря. Слишком сильно я. Ох. Вот так вот сделаем. Потихонечку. Идет назад. Во. Огонечек, огонек! Запулило меня. Конкретно. Ладно, хрен с ним, пошли дальше. Да что ж такое, ты какое же гадство, а? Вот не везет же нам, а? Сегодня нехорошо. Оп. Огонек. Вау! Что-то рано я прыгаю. Что-то непонятно, почему так. Вот так вот вовремя. А тут как-то надо, блин, собака, я не знаю, как тут прыгать. Ну, сейчас натренируемся, как это все делается. Как-то особенно надо. Как-то все по-особенному идет. Опять? Блин. Время только трачу. Ух, не успел, не успел, не успел, не успел. Где-то высоко и далеко. Куда уехала такси? Оп. Опа! А здесь как-то медленно на. Да блин, как тут мало-то прыгнуть? Я вообще не понимаю, блин. Через две не перепрыгнешь никак, в любом случае. Это понятно, через три даже. Так что... Здесь... Издевательство просто над нами. А вот тут вот, вот тут нормально было. Воу! Круто было. Распилило внизу в самом. Опа. Здесь как-то надо... Блин! Перепрыгнем. А время идет, а время идет. О, здесь я прыгнул правильно. Да, а здесь как? Подожди. А, сюда я не могу засунуть. Черт. Быстрей!
распилит. И все сначала. Вау. Вот это жуть. Последний раунд, это вообще какой-то кошмар. Ну, где же наша не пропадала? Мы справимся даже путем долгих разбирательств. Мама. О, отлично. Тут вот далековато немножко. Опять. Еще одна попытка. Почему не отмечается количество попыток, которых я трачу? Я уже почти на финише. Я вот смотрите, там 53 из 61, так что осталось совсем вот чуть-чуть буквально преодолеть вот такие последние, так сказать, участки. Какого гадства? Какого гадства? И вот это и есть наш друг, похоже, да? Освещение. А врагов целая куча. Вот эти вот пыльные диски. Кто их придумал? В лаборатории? Вообще не могу себе представить. Для чего они здесь? Кто их тут напрыгнул? Да, вот потихонечку прыгать. Кто их тут зафигачил? Зачем такие ловушки в лаборатории? Вопросов целая куча. Целая тьма вопросов, а смысл вообще непонятен. Ладно, давайте пройдем. Проход у меня занял кучу жестких минут. Тут еще пила, блин. По времени уже уходит. Друг, ты что делаешь? Попыточка наша. Не пищи. Я вообще в самый упорный момент. Так, надо сейчас с разбегу. Оп! И тут тоже с разбегу надо как-то. Оп! Ёлки-палки, вот это было кобздец. А тут сколько, как далеко перепрыгивать надо. О, тут есть специальная... Да, я сделал это. Еле-еле. Так. Ну, я вот вижу, там он есть какая-то световая штучка. Вот так вот. Так, здесь с этой стороны уходим. Падение. Воу! Ни хрена себе. Все круче и круче. Попадается нам ситуэйшн. Так, здесь выходим сюда. Здесь прыгаем вот сюда. Здесь падаем вот сюда. Друг, блин. Друг в беде помогает, а этот только светит. Потому что ни хрена не делает. Во. Как за пилу-то зацепился. О, она еще пилит, летит вверх, я что-то не обратил внимания сначала. Блин, почему так высоко я? Внимательнее надо быть, просто надо быть внимательнее. Иногда. Чуть-чуть хотя бы. Самую малость внимательности. Да, я очень внимательный парень. Что-то у меня не выходит. А почему он вверх-то, блин? Почему же он до самого верха долетает? Первый раз-то, когда я прыгал, все было нормально. Она туда не
А, надо с более дальнего расстояния прыгать. Ну, нифига себе. Хрен допрешь. С первой попытки. Во, вот так вот, да? А тут надо как ждать. Как долго ждать, как тут надо. О, вот тут вот мог проскочить. Прикольно. Сейчас попробуем еще раз. Во, вот здесь классно. А тут в какую сторону идти? Я вот, вот это вот не знаю. Ой, 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 ой. Офигительный уровень. Офигительная пила. Это у нас было... Мы должны были вверх подниматься, сейчас вниз, в темноте. По неизведанному. Это посложнее будет. А может наоборот полезно. Блин, да что я делаю-то? Забываю там себя. Еще раз спрашиваю, кто мог придумать такие... А, тут же, блин, тут же внизу, да, самый кошмар. Опять забыл. Вот так вот, по-мастерски надо это все делать. Угу, по-мастерски, вообще по-мастерски. Жутко по-мастерски. Пять минут один раунд прохожу. Моментус. В темноту упал куда-то. Вот выход. В темноту, в темноту, в темноту упал куда-то. Опс. Когда-то эти игры были самыми популярными, самыми прикольными. Типа Марио, да? А сейчас, похоже, они неинтересны абсолютно никому. Но разнообразие этой игры вообще офигительно, потому что такие варианты попадаются мне. То есть играешь в один вид, потом по-другому как-то приходится проходить. И это все разнообразит игру просто жутко. Ой, 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 ой. Ах, тут в конце уже. Уже в конце, уже в конце. Уже на выходе домой. Миллиметровый просто. Просто миллиметровый. Вот в эту сторону вернусь сейчас. Как более выгодно. Эх. Да, в эту сторону выгоднее. Получше будет. Если вы заметили, я ни один уровень еще не проиграл. Если бы я проиграл, так вот, хочу сказать, вот так вот, то я бы не прошел какой-нибудь уровень, а я все уровни прохожу, как бы сложно это не было. Конечно, для этого требуется вообще охренительное количество времени. Но мы-то с вами играем не на время, а на прохождение. Вот в чем кайф. Вон в чем вся фишка. Оп.
в эту сторону-то надо было идти. Тут уже темно, тут уже ни хрена не видно. Есть там, нет. Чё? Блин! Да как так-то, а? Друг не помогает. Темно, не видно друга. Друг, если друг оказался друг. Воу. Тупо. Ух. Оп. 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 Блин, почему тут так темно, а? Да куда ты, куда ты, куда ты? Когда-то кто-то где-то и потом. Воу, миллиметраж был. Вот здесь надо просто вот так вот, да? Да куда ты опять на эту, блин? Что такое? Что такое? Соберись. Оп. Смотрите, как это делает мастер. Оп. Оп. Как в цирке, да? Оп, оп, оп. Как в цирке, как в цирке. Как в цирке. Да куда ты свалился опять, парень? Не понимаю. Варежка это не заметили, да? Варежки для чего? Это боксерские перчатки, чтобы разбить этого соседа наверх. Ух. Ну что? Мой мозг упал прямо на пилу. Да японский городовой, да что ж ты будешь? Тварь! Тварь! Какая же она злая тварь! Оп! Угу! Угу! Все получилось! А. Великолепно! Лишь бы это опять не заняло у нас полчаса, да? Один уровень. У нас каждый последний уровень, последующий уровень занимает полчаса времени, к сожалению. За 15 минут у нас ни хрена не получается. Вы видели это? Я сделал это. Да, верный друг, блин. За 23 вместо 3. Нуб. Одним словом. Так. Будем, наверное, все-таки заканчивать сегодня. А следующую серию начнем с этого места. До новых встреч. Увидимся.